Горячий душ прямо на улице. В Твери на Орджоникидзе с крыши многоквартирного дома лилась горячая вода. Видео опубликовали в социальных сетях местные жители, которые пытались выяснить причину. В их числе была и наша съемочная группа. Горожане, проходящие мимо дома на пересечении улицы Орджоникидзе и Озерной, стали свидетелями настоящего водопада, причем горячего. С крыши дома лился кипяток. Видео опубликовали местные жители в социальных сетях, которые, собственно, и стали свидетелями инцидента. Причиной такого горячего душа с крыши старенькой двухэтажки стали работы коммунальщиков по развоздушиванию системы отопления. Как они пояснили, горячую воду системы они решили слить прямо под окна дома. Увы, никто из рабочих не догадался вывести шланг к ближайшей ливневке. И вместо аккуратного слива воды струя кипятка хлынула под окна жильцов. Местные жители негодовали. Вот что пишут тверичане под публикацией видеозаписи. «О, тепленькая пошла! Наша любимая Тверь! Все как всегда и везде. Единственный день, когда любой желающий может помыться бесплатно». Действительно, в Твери уже мало чему можно удивиться. Сейчас воду сливать, конечно, уже перестали, но в памяти местных жителей это останется надолго. И смех, как говорится, и грех.